Добро пожаловать на канал hardreset.info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 4.2 включить точку доступа. Заходим в настройки, сеть и интернет, точка доступа и модем, точка доступа, включаем. Также можем поменять название точки доступа и пароль. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!